Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Максим Галкин показал в своем микроблоге сменившего имидж сына. Гарри предстал с коротко стриженными волосами. Демонстрация причесок. Ну, мою-то вы знаете. А сейчас прическа от Гарри Максимовича. Сюрприз! Известный телеведущий Максим Галкин обожает делать короткие видео с участием своих детей Гарри и Лизы, которых с нетерпением ждут поклонники звездного семейства. На этот раз Максим Галкин удивил подписчиков неожиданной сменой имиджа сына Гарри. Мальчику сделали экстремально короткую стрижку, обрезав его отросшие локоны. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.